Здравствуй, мой дорогой зритель! Это я, Марина Девятова. Ты думаешь, я счастлива? Нет. Потому что самолеты летают и не привозят различные штучки, которые необходимы для тебя, мой дорогой зритель. В общей сложности, находимся мы в Екатеринбурге. У нас начался тур. Грустно, немножечко так... Ложка дегтя у нас произошла из-за того, что не приехала продукция. Вот я даже не знаю, кому она нужна. Кому нужна коробка с большим количеством дисков Марины Девятовой. Дисков и открытых. Ну, а так все ничего. Саундчек. Нет, вначале, конечно же, покушать. Потому что, естественно, на голодный желудок плохо поесть. Так что мы, благодаря нашему Девятого ТВ, которое вновь с нами, попытаемся вам рассказать немножечко и показать все самое закулисное, смешное и загадочное, что происходит с артистом в гастрольном туре. Так что поехали специально для 9 ТВ на Фейсбуке. Вот это, я понимаю, встречает нормальный артист. Не успел зайти. Сразу нормально становится, сразу весело. Вот. Я не пьющая, и в коллективе у меня сухой закон. Так что ай-яй-яй, товарищи. Ищу наши детские. Чувствую их по запаху. Давайте. Где была? Я вешала костюм, готовлюсь к концерту. Свои. Что, как дела? Это классно. Это Елена Баркова ставила. Знаешь, у нас такая беда. У нас порвался занавес, и нам... Надо зашить занавес. Ты готов? Я без Елены Барковой не справлюсь. А, то есть ты, короче, сливаешься. Не, я сказала, что у нас есть волшебные руки, вот, и человек просто, просто за... Ну, сейчас придумаем что. Да? Конечно. Ну, ладно. Сейчас зашьем, сейчас заколем булавкой. Владимир Кузьмич сочинил текст «Прощание славянки». И сейчас он сказал, чтобы я переодевалась под «Прощание славянки». А сколько сейчас градусов? Здесь. Ну, здесь. Шикарно. Чего? Получается-то вообще без обеда. Сразу на площадку у нас с Игорем Игоревичем. 4 часа-то и в бой. Давай.
это? Дим, ты самый закаленный. Не, я одеваю. Прибыли в Челябинске. Ура! Финал. Финальки. С удовольствием представляю вам коллектив шоу «Маэр» «Ярдерс». Ваши аплодисменты. Специально для 9 ТВ.